Европейский Центробанк приступил к покупке гособлигаций стран еврозоны в рамках масштабной программы количественного смягчения. Общий объем выкупленных активов составит более триллиона евро. По данным агентства Bloomberg, скуплены гособлигации Бельгии, Германии, Италии и Франции. На этом фоне процентные ставки по ценным бумагам заметно снизились. В частности, доходность по десятилетним немецким бундесам упала на 8 пунктов. Напомню, Главный банк Европы планирует тратить 60 миллиардов евро в месяц на скупку суверенных бондов, как минимум до сентября 2016-го, пока не увидит устойчивое изменение уровня инфляции.